Итак, я в эфире, и похоже, все должно быть в порядке, потому что я вижу. Ну, практически. Да. Дамы и господа, приветствую всех. С вами сэр Холмс, и наконец-то на канале что-то новое. Именно. Black Gazer Carriers of Darkness. О, Даниэль уже залетел. Привет, Даниэль. Надо сделать анонсы. Ну, собственно, только здесь. CRPG в стиле Baldur's Gate. Она прям очень-очень похожа на Baldur's Gate. Там даже, когда перемещаешься между локациями, карта такая же. И визуально она очень похожа. Вот, ну, собственно, это мы все увидим. Вот я это, за этой игрой уже давненько слежу, еще с момента практически анонса, то есть с 2016, ну может с 2017 года, то есть с тех времен, когда мы сами проходили Baldur's Gate первую часть. Вот. И она меня привлекла, опять же, в первую очередь графическим стилем своим, оформлением вот этим изометрическим, таким при этом цветастым, колоритным, привлекательным. И как-то интерес у меня сохранился. Вот. Будем сегодня посмотреть ее. Я уже тестово запускал, тут настроил под себя все. В плане звуков и так далее. Тут, кстати, есть интересные такие настройки паузы. Я так понимаю, это автоматическая пауза при определенных условиях. Например, вот я выбрал, когда начинается битва, когда у персонажа мало здоровья, когда обнаружен враг. Вот, потому что... Партийный РПГ, конечно же, и паузы, я думаю, буду пользоваться часто. Вот. А у нас предлагается к выбору несколько готовых персонажей. А всего здесь 5 раз. Стандартно люди, дварфы, эльфы. И есть еще две уникальные довольно расы. Это Фельдигак или Фельдигук, забавное название. Это, по сути, тоже эльфы, но живущие на севере. И Риллоу. Риллоу — это такие же люди, только с бивнями. Как у слонов, только поменьше, конечно. В Стиме она стоила 400 с чем-то. Она, да, без русского языка. И она в бете. То есть она инди, краундфандинговая, и сейчас она в бете. То есть есть еще всякие там шероховатости, недочеты. Слонолюди, да, слонолюди. Так и будем их называть. А, вот, давайте я покажу окно создания персонажа. Тут можно адаптировать под себя любого из готовых персонажей, да, переделать. Ну, давайте все по правилам, по порядочку с самого начала. Да, кстати, я еще... выбрал уровень сложности. Там вроде их 3 было. Или 4. Вот, но если их было 4, то я выбрал 3. Не самые жесткие. Ну, собственно, вот. Окно создания персонажа. Бородатых эльфов, кстати, я до этого не видел вроде бы нигде еще. И вот так выглядят у нас эти расы. И тут есть описание. Что примечательно, здесь люди считаются первой расой. То есть, если сравнивать с мирами Толкина, например, или Warhammer Fantasy Battles, то старшими расами там считаются эльфы и дворфы. И потом появились люди. Здесь же наоборот. Вот если мы почитаем про эльфов, вот я тут прямо все зачитывать не буду, потому что не хочу затягивать, но перескажу интересное самое. Вот, возможно. Но у меня складывается ощущение, что здесь в плане сюжета и событий каких-то, да, которые в игре будут происходить, уже все готово у них, только надо
возможно, полировать баги там какие-то, механики чуть-чуть допиливать. Вот, а так-то, возможно, я тебе все заспойлерю. Может, ничего меняться не будет в плане этом. Итак, эльфы. Значит. Ах, да, тут сюжет у нас крутится вокруг того, что двое злых богов или полубогов наслали на человеческую расу проклятие жадности. То есть тут народ более жадный, меркантильный, чем, вероятно, в других играх, в других вселенных, фэнтезийных. И с этим предстоит бороться, похоже. И читая, опять же, возвращаясь к описанию эльфов, вот, когда проклятие жадности поглотило людей, некая зеленая богиня была очень опечалена этим. Некий бог-король разрешил Тилинди, видимо, это и есть зеленая богиня, выбрать 11 племен людей, которые меньше всего подвержены жадности, и сделать их своими вассалами в Сильмиральде. И Сильмиральд — это, как я понял, местное королевство, в котором будет происходить действие. Проклятие Таркова. Можно и так сказать. Вот она, значит, избрала 11 племен, и позже эти 11 племен стали известны как эльфы. То есть эльфы произошли от людей здесь. Но у них была особая привязанность к природе, чувство соединение, коннективити с природными вещами, все такое. И изменились физически, стали потоньше, повыше, быстрее, чем люди. И заостренные ушки у них выросли. Эльфы-ксенофобы немного и все такое. Вот, и интересно еще у нас происхождение дварфов. Тут у нас упоминается дьявольский бог Ротгар. Это как раз один из вот этих вот, которые наслали жадность на мир. Он был зол за то, что вот появились эти эльфы, да, они мешали его плану по наслатию вечной там тьмы на мир. Какого-то послал суккуба, там что-то он... Как это сказать приличнее? Вот, короче, женщины эльфов что-то там от него... Они забеременели от этого суккуба. Они, вот, были от этого, они, конечно же, не в восторге, что они беременны, непонятно чем. Но зеленая богиня их отослала куда-то искать первые воды Ерендала. Еренгала, то есть Еренгал — это название мира игрового. Вот, они так и поступили, но были, в общем, заточены в ловушку в пещерах, когда Ротгор послал демонов, чтобы уничтожить их. Вот, тем не менее, их дети, родившиеся, выжили. Вот, и как раз из этих детей появились дворфы. То есть они стали дворфами. Вот, ну а все остальное тут типично дворфское. То есть они живут под землями, сторонятся людей... довольно-таки изолированные, материалистичные, держатся за кланы и семьи, упрямые, хорошо сложенные, хорошо роют туннели. Вот. Жесть какая-то. Ну, я, может быть, немного это сумбурно просто описал так-то. Можно, наверное, это было более высоким языком, но уж как есть. Вот, я вообще сначала... планировал играть за рейнджера, то есть на дальнем бое специализироваться. Вот, но подумал, что раз у нас тут есть две уникальных расы, то интереснее поиграть за кого-то из них. И когда я изучал вот эти все классы, атрибуты и так далее, мне пришла идея сделать мага Фельдегуга. Почему? Потому что тут есть еще уникальный класс Морозный маг. А вот эти ребята, они как раз с севера.
если почитать описание, в общем, это просто эльфы, которые жили в северных землях. Вот. В целом, больше там ничего такого особо примечательного нет. Вот. И, похоже, я вот слонолюдем магом. Не, слонолюдем не хочу. Слонолюди мне как-то эстетически не очень. Вот, к тому же, у нас даже среди готовых персонажей есть... А, вот, Winter Mage, то есть маг зимы. Как раз таки Фильдигук такого класса. Я подумал, что интересно поиграть было бы как раз за такого персонажа. Ну, кстати, про слонолюдей, тут у них есть шаман вот такой вот. Вот, давайте сделаю так. Сейчас выберу этого персонажа и его переделаю. Вот, он выглядит у нас по умолчанию так, но... Начнем сначала. Описание этой расы, если смотреть статы, бонус к интеллекту, минус к харизме, а не потому что устранятся тоже людей. Вообще это похоже, они на аналог темных эльфов в других вселенных. Вот у них штраф к харизме, к физической силе, ну, у обычных эльфов тоже. Бонус к сверхъестественному. Я пока не понял, что это за сверхъестественное такое. По умолчанию оно у всех не очень прокачано, но... Там дальше посмотрим. Вот, класс, значит. Маги зимы, они черпают силу из... Ну, собственно, холода. Мощная магия холода, они же обладают сопротивляемостью к холоду изначальной. Им, кстати, нужно меньше сна, чем другим смертным. У них особая техника сна, холодный сон. Могут создавать ледяных големов. Ну, со старта, конечно, не могут, но, похоже, смогут потом показать всех классов. Давай посмотрим. Тут это проще тогда смотреть на примере человека, потому что они могут вообще в любые классы. А дворфы, например, не могут во многие классы. У них много ограничений здесь. Вот, эльфы не могут быть некромантами, шаманами и темплары. Это что у нас, храмовники? Хороший бонус к урону с луков. А, слонолюди, кстати, у них штраф к ловкости. Так, ладно, поехали по классам. На примере человека. Боец. Что тут у нас? Любое оружие, любая броня. Сопротивление к физическим всяким штукам. И бонус к телосложению. Давай по порядку теперь. Клерики, клирики не могут носить тяжелую броню, могут носить робы, могут использовать определенное оружие. Слинг — это же у нас проща, да? Потом метательное оружие, малые клинки. Рот — это вроде типа жезл. Жезлы и посохи. Бонус к фокусу. Бонус к варке и сушению. Ну, это главный такой тут крафтовый навык. Марвиньон, приветствую. Это инди-игрушка, она не разрекламирована, ничего, ни черта вообще. Я сам про нее случайно узнал еще в 16 году. Музыка будто из первой мафии. Ну тут, кстати, говорят, хорошее музыкальное сопровождение, но, по крайней мере, в меню создания персонажа и в главном меню играет все то же самое. Конвокер — это призыватель. То есть они у нас... широкий ряд существ, в общем, пишут, могут призывать. Могут обрушить дождь, кстати, на врагов. Ну, вот такие, в общем, ребята, бонусы. Вот это уже классы магов, они могут носить только робы. И тоже ограниченный ряд оружия используют. Бонус к фокусу и к интеллекту.
Ну, фокус у нас тоже, он на способность кастовать влияет успешно. Да, бонус к урону призванными существами и бонус к ХП призванных существ. Также бонусы к лору, learning and research, изучение и обучение. Хороший бонус к алхимии, ну, можно это называть алхимией. Друид. Ограничения примерно те же. Есть ограничения по заклинаниям, которые может применять. Только из природы он черпает свои силы. Также бонус к алхимии, тоже весьма неплохой. И бонус к урону против всяких там мертвяков. Сопротивление к магическим эффектам. Бойца мы уже смотрели. Хайлендер — это типа варвар. То есть не может носить тяжелое оружие, но может использовать любое оружие. Тяжелую броню не может. Ну, а орка тут у нас и нет. У нас есть... Максимум, что похоже на орков, это вот эти ребята. Риллоу. Но они скорее как восточные расы. Так, на чем я остановился? Да, я на примере людей смотрел классы. Так, варвар. Тоже у него всякие сопротивляемости. Больше урона наносит молотами и дубинами. Сопротивляемости, кстати, довольно много. То есть это их фишка. И к жаре, и к холоду, к кислоте, к урону. К яду. Некромант. Вот, ну тут по сути... Самые большие ограничения у дворфов по классам. И, например, эльф не может стать некромантом. То есть, такие логические ограничения, можно сказать. Кстати, по-моему... Нет, мне казалось, что у этого кинжала нет текстурки, но вроде есть. В принципе, можно тут кастомизировать более-менее там. То есть, что-то можно экзотическое сделать. Но все-таки я тут, наверное, придержусь того, что постараюсь сделать комбинацию такую выгодную. К нам приходят новые люди. Класса. Так, благодарю за фоллоу, за подписку. Так, дальше. Что у нас некроманты? Могут использовать только робы, ограниченный ряд оружия. И тут неплохие такие именно для магов у них бонусы. Бонус плюс 4 к изучению и обучению, плюс 4 к алхимии, плюс 2 к интеллекту и плюс 3 к фокусу. То есть такая чисто магическая специальность. Рейнджер — это чисто лучник. То есть неплохое сопротивление всяким физическим атакам и... Больше урона от луков. Бонус к телосложению, выносливости и харизме. Не могут носить тяжелое оружие. Логично. При этом могут любое оружие использовать. У них бонус к пращам. Ну, к дальнобойному, в общем, оружию. Вот, шаманы могут носить легкую броню, робы. Очень ограниченный ряд оружия могут использовать. Видимо, на посохах лучше тут концентрироваться. Бонус к фокусу. Кстати, к этому вот сверхъестественному тоже бонус. По-моему, единственный класс, у которых... Вот, я, как и говорил, пока не знаю толком, что он дает, но будем разбираться в процессе. И один из самых больших бонусов к алхимии у них. Ну да, вот у них бонус к урону жезлами и посохами хороший. И такой получается противонекромантский класс. Бонус к урону по некромантам. Spellweaver — это, кстати, похоже очень на вселенную Warhammer Fantasy. Потому что Spellweaver можно перевести как вьющие заклинания или
вы поняли. И магия Fantasy Battles описывается так же, что надо именно видеть заклинание, так, создавать его, не просто брать откуда-то, из воздуха непонятно откуда. А? Вот, женщин. Женщин бород тут нет. Ну, персонаж, да, довольно забавный. Хотя нет, ну, тут, возможно, даже можно сделать женщину с бородой. Можем попробовать. Сейчас с классами только закончим. По умолчанию забавный персонаж. Такой немного кринжовенький. Классов уже в 10 раз больше, чем недавно вышедший Саласти. Ну, Саласту не видел, не знаю. Но вот эти ребята, они такие самые маги-маги, короче, спел Вивер. У них даже, если смотреть описание... Самая такая распространенная форма волшебников в Иерингале. Они могут фокусироваться как на одной школе магии, так и черпать в общем, свои способности из разных дисциплин. Поэтому нет двух одинаковых вьющих заклинаний. Короче, как это? Вьющие заклинания, как это лаконичнее можно сказать? Ну, вы поняли. Вот, хорошие бонусы, опять же, к алхимии, к лору. Бонусы хорошие к интеллекту. То есть, такие идеальные маги, можно сказать. Свиндлер, это что у нас? Это такой скрытный класс. Так, бонусы к харизме. Ну, это можно сказать, что... Что-то среднее между бардами и торгашами, наверное. Типа жулик, наверное. Плетущих, ткущих. Плетущие заклинания. Как называют людей, которые плетут и ткут? Ткач... Кач заклинаний. Так. Ну, в общем, у них бонус небольшой к ловкости, к фокусу, хороший к харизме, к интеллекту. А, ну да, вот у них плюс 5 к навыку торговли и убеждения. Бонусы к маленьким лезвиям и к питательному оружию. Но если бы тут были хоббиты, этот класс бы им подошел неплохо. Ну и бонусы к урону по спящим и к оглушенным. Темплар, храмовник. Любое оружие, любая броня. Бонус к телосложению, небольшой к фокусу и к харизме. Вот. И колоссальный у них прибавка к урону по призванной нежити. Вот они как бы специализируются как раз на том, чтобы нежить мочить. Всякие сопротивления к физическим атакам и к магическим у них есть. Вор. Только легкая броня, ограниченный ряд оружия. Бонусы к ловкости, фокусу. Почему бонус к алхимии хороший? Типа потому что они могут делать всякие порошочки, там яды. Хорошие бонусы к атаке из-под тишка. Ну и собственно вот... Маг зимы, за которого я и хочу играть. У них поменьше бонусов всяких к чисто магическим навыкам, чем у тех же ткачей заклинаний, да? Вот. Но есть сопротивляемость. То есть неплохой араузал это что-то типа замешательство, наверное, можно назвать. То есть магический эффект. И сопротивляемость к холоду. То есть можно... Неплохой резист к холоду получить изначально. Так, попробуем давай женщину с бородой сделать. Интересно же. Блин, тут надо сначала. Раскидать навыки, прежде чем приступать к... А, подожди, тут же... Ну... Тут можно, по крайней мере, что я знаю, портрет мужчины поставить женщине и наоборот.
Пол можно выбрать при этом на первом экране, да, только? По идее, можно, должно быть, можно создавать женщину с бородами. Мы же в каком веке-то живем? Ну, что-то, похоже, нет. Нету здесь. Есть только просто прическа. У мужчин есть еще вот здесь. Facial hairstyle. Вот, сейчас. Да, вот. Так, ладно, а если дварф, женщина-дварф, ой, господи. Не, все равно нельзя. Не, женщину с бородой, к сожалению, сделать нельзя, друзья. К сожалению или к счастью. Так, ну, я буду сейчас двигаться уже к тому, что я хотел создать. Маг зимы. Вот. И здесь у нас по атрибутам. Нетолерантная игра. Совершенно нетолерантная игра. О, Мурлоу, привет. Итак, за что отвечает телосложение у нас? За урон физических атак, максимальное здоровье. Блокирование, то есть избегать атак с помощью блокирования, и переносимый вес. Ловкость отвечает за прицеливание и точность, и шанс избежать атаки через увороты и парирование. То есть на точность и на увороты влияет ловкость. Вот. Ну, я полагаю, как магическому классу мне не столь важны будут эти два показателя. Интеллект. Эффективность разнообразными заклинаниями. И умения, которые зависят от ментального. Ну, короче, есть ряд скиллов, которые зависят от интеллекта еще, кроме заклинаний, и интеллект, соответственно, на их эффективность также влияет. Фокус тоже влияет на точность, парирование и блокирование, и эффективность творимых заклинаний. То есть это для магов два самых важных атрибута. Графика, как в Сакриде. Я, кстати, в Сакрид не играл. Не знаю. Ну, а когда перейдем к игре, там оно все-таки больше на Baldur's Gate будет похоже. По поводу рас, еще раз, это люди. Стандартно эльфы, стандартно дварфы. То есть весьма стандартные ребята. Но особенность в том, что у нас люди считаются здесь древнейшей расой. Эльфы произошли от людей. А дварфы, в свою очередь, произошли от эльфов. Вот так вот. И есть уникальные расы, это Фельдигук или Фельдигак. Это некий такой аналог темных эльфов, но здесь по описанию они просто живут на севере и сторонятся людей. То есть они не сказать, что прям так откровенно злые, негативные, как те же темные эльфы в большинстве случаев. И Риллоу. Их отличительной особенностью является то, что у них бивни растут. Выглядит немного кринжово. И это аналог таких ребят с восточных цивилизаций. Вот у них хороший бонус природный, так сказать, к алхимии. Да, тут, кстати, пишется даже в описании, что их сравнивают со слониками. Так, ладно, давайте возвращаюсь к кастомизации своего персонажа. Тут можно раскидать автоматически. Но это, конечно, он выдает мне. А, подожди, а класс не тот выбрал. Забыл, точнее, выбрать тот, который хотел. Вот, по умолчанию предлагают такой вариант.
А, я же еще не про все атрибуты рассказал. Вот, значит, харизма, она влияет на торговлю и убеждения и разнообразные классовые скиллы. И вот самое непонятное, это сверхспособности или сверхъестественные. Отображает особенность персонажей, которая возвышает их над обычными существами. Так описывается забавно. Оно увеличивает сопротивляемость персонажа против различных форм урона и раскрывает какие-то дальнейшие особые абилки. Вот, ну то есть такое, сопротивляемость, да, и какие-то непонятные абилки. Рестрим на YouTube не печатает. Ну я не знаю, может у меня что-то в настройках поменялось или отключилось. Но мне интересно, давай проверим. Рестрим на YouTube не печатаем, да, не пересылает сообщение. А у меня все отображается. Вот я зашел в чат Ютуба, вижу тут от рестрим-бота сообщение, которое он с Твича пересылает. Наверное, ты его забанил. Категорию со смертного на еще кого-то. А. Ну что-то пока нет. Кстати, его нельзя, похоже, больше 6 поднять. Вот, смотрите. Да. Ну ладно. Я сделаю поменьше телосложения, поменьше ловкости, поменьше харизмы, потому что я же, черт возьми, Фельдегук. И побольше интеллекта и фокуса. Вот, наверное, как-то так. Супернатурал сильно не буду прокачивать, потому что, опять же, непонятно. Вот, здесь можно также раскидать сопротивляемости. Вот, но я решил, что сделаю-ка я лучше максимальный резист к холоду. То есть у меня классовая есть сопротивляемость к холоду. Сделаю еще вот дополнительную. Чем если будет по чуть-чуть того, чуть-чуть того, чуть-чуть того, которое не будет даже чувствоваться. Так я заимею преимущество неплохое. А то, что ты его забанил, мне кажется, более вероятная вещь. Супернатурал. Норды Скайрима. Так, что дальше? Прощение с оружием. У меня есть всего один пункт. Ну, я его вкину в посохи. Тем более, что посох мне дают со старта. Потом можно... Ну, точнее, что, нельзя. Тут есть только два заклинания, в общем-то, на старте. И два пункта. И, собственно, в них я и вброшу. Снежок. То есть, урон издалека. И каменная стена. Собственно, ненадолго она, правда, действует. Каменная стена это. Так, что-то не докинул. А, вот же еще специальные для класса навыки. Prodigy — это у нас нечто, которое открывает особые реплики с разговорами с другими магами, алхимиками, учеными и святошами. В общем, укрепляет навык торговли и убеждения. И влияние на этот навык у нас... идет от харизмы фокуса, да. Вот, изучение магии — этот навык или атрибут у нас зависит от интеллекта, фокуса и модификаторов. Так, это влияет у нас на кулдаун заклинаний. Увеличивает максимальное количество слотов для заклинаний.
Так что это надо прокачать в любом случае, я считаю. Perception. Магический perception. Возможность обнаруживать магические ловушки и обезвреживать их. И вот еще интересный такой атрибут. Магическая защита. Тут описывается как, что можно ставить защиту магическую на лагерь, когда вы отдыхаете группой. Это уменьшит шанс, что на вас будут нападать всякие дикие звери, монстры и бандиты. Вот. Но вот эти два, я считаю, более важны сейчас на первых этапах. Вот. Я бы еще, может, выбирал между Prodigy и Perception, но из Perception мне не дают вычесть почему-то. Вот. Но Arcane Studies, конечно, must have, я считаю. Так, про навыки рассказать. Так я что сейчас и делаю уже? А, ты имеешь в виду, что я про эти как раз? Имел в виду. Не, подожди, ты только что сказал. Подожди, какие навыки? Какие навыки ты имеешь в виду? Я же про них и рассказываю. Ну вот, навыки владения оружием. Про них я не буду рассказывать. А, подожди. Слушай, я вообще ничего не рассказал про эти, получается. Ну, тут немного, да, осталось. А... Торговля и убеждения, понятно. Ну, что тут еще можно? Сбивать цены. И открывать больше опций в диалогах. Ну, это хороший, кстати, навык. Ну, я думаю, буду придерживаться лора и оставлю своего персонажа. Ну, хотя можно один навык, в принципе, одно очко вкинуть. Я думаю, да. Хоть чуть-чуть какой-то харизмой должен обладать. Главный герой, я считаю. Да, Arcane Studies самое важное, я тоже так считаю. Learning and Research. Обучение и изучение — это способность определять вещи, я так понимаю. Понимать, что это такое. Способность читать различные тексты, свитки и рецепты. Свитки можно записать в книгу заклинаний, рецепты можно выучить и добавить в компендиум. Ну, соответственно, потом, наверное, варить что-то по этим рецептам. А, вот, варение и сушение. Делать порошки и зелья из различных ингредиентов. Зелья употребляются для позитивных эффектов и лечения. Порошки можно кидать во врагов и так далее, чтобы дамажить их и негативные эффекты делать. В основном так. Ну вот, есть. Да, я чуть не пропустил это, я понял. Вот, и теперь кастомизация персонажа. Вот, сделаем фильтр по полу. Вот, ну и тут у нас по порядочку. Вот есть 10 портретов для людей. Ну, правда, этого можно считать и за дворфа. 5 портретов для дворфов. А нет, тут все-таки все в разброс идет довольно-таки. Ну, я к тому, что для... Фельдегугов и Виллоу у нас портреты внизу. Вот, и для моей расы, по сути, только 5 портретов. Вот этот вот у готового персонажа. Вот есть еще вот эти, но они криповаты. Вот этот мне как-то больше лежит.
Эльфы с бородой, какой ужас, да. Да, бороду я уберу. А, ну хотя, смотри. У моего портрета есть борода. Я сделаю просто немного другую. О, смотри. Можно такую еще, но... А для большего соответствия портрету я вот выберу ее. Ну, потому что вот эти вот... Ну, можно как бы без бороды остаться, но, блин, я же северный эльф. Пусть я буду эльфом с бородой. Вот эти вот точно кринжовые. Вот это вот по цвету подходит. Да, еще можно прическу выбрать. Ну, она немного кринжово, конечно, проходит через мантию. Но я вообще думал, что можно вот что-то вроде вот этого вот. Вот такая. Вот такая, кстати, наверное, даже больше похожа на портрет. Это не очень. Это хвост. Фейд. Конечно. Моднявые прически тоже есть, никуда не денешься. Магавк. Вот уж совсем нетипичный эльф получится. Есть лысина. Мне пока вот такая или такая больше приглядывается. Я думаю, вот можно такую оставить. Цвета одежды. Я бы предпочел на самом деле вместо вот этого вот азурового что-то побелее. Цвет кожи. Я думаю, оставлю по умолчанию. Это как похоже на особенности именно моей расы. Глаза пусть будут голубые. Вот этот вот цвет оставлю, наверное, по умолчанию. А, ну хотя нет, вот сапфировый. По-моему, лучше подходит к этим ботинкам. И цвет волос. Можно немного поменять. Вот есть совсем белый. Но этот чуть потемней. Я думаю, что можно выбрать белый, чтобы такого сделать максимально северного какого-то мага зимы, такую хладную сущность на эльфэма. Привет, Арк. Через шлем волосы тоже прорастут. Ну, это мне, наверное, не доведется проверить. Но можно сделать, в принципе, такого. Такую стрижку. Мне вот эти две больше всего нравятся. Такая вот, наверное, даже будет посолиднее для мага такого, умудренного опытом. Можно ее оставить. Тут вариантов голосов не так уж много есть. Скрандл типа негодяй. It's nice to be needed. Why not? Есть ученый, который, кстати, мне больше симпатизирует. Yes. I'm not going to like this, am I? I don't see why not. My skills are at your disposal. Я думаю, больше подходит. Потому что этот явно для воинов и прочих дворфов. What? Where's the will? Yes, what? Да. Вот, насчет имен я не знаю даже. По умолчанию кореш. Но я думаю, не буду заимствовать имя у него. Но тут не так уж много вообще рандомных имен. Такие Оскар, Эвальд, Оскар. Они постоянно повторяются. Вот из случайных мне больше всего нравилось вот это Каралдур. Отдает немного Толкинам и его географическими названиями. Я думаю, можно его оставить. Тоже такое довольно холодное имя. Брутал. Не, Брутал я не хочу. О, есть, кстати, Даниэль. Ну, я думаю, оставить вот это имя. Как свой оригинальный ник сюда превратить, я черт знает. Оставлю это. Ну и финальное окно.
где собрано все воедино. Да, меня все устраивает. Готово. Давайте играть. Тут подсказочки, все на английском, конечно же. Толковое имя скипну. Вообще. И вот так это выглядит. Классная, кстати, статуя. Why didn't I look here first? And more to the point, why must I? А почему я сразу тебя тут начала искать? Ну, ближе к делу. Почему я что-то должна искать тебя постоянно, короче. Ну и, конечно, тут у нас варианты диалогов. Постоянно варианты, из которых нужно выбирать. А, прошу прощения, а ты кто, собственно? Хорош троллить, говорит. Будем надеяться, что лорд Эспен сегодня в настроении для шуточек твоих. Ты же знаешь, что сегодня день приема лордов Исельбрайта? Пожалуйста, не отвечай. Русский язык на релизе будет. Ну вот, когда этот релиз, пока непонятно. Лорды уже здесь и ждут, когда их обслужат или примут там. Ради богов, не забудь собрать все твои штуки из сундука, прежде чем придешь к столу. Вот, и почему-то меня одели в красную мантию, хотя на экране персонажа была синяя. Голубая. Итак, да, статуя забавная. Подсказочки. Чтобы посмотреть задачи, прогресс, откройте вот это вот. Или, о, operations. Основной квест. Ну-ка, что пишут про основной? Лорды и леди Сильбрайта прибыли для важной конференции в расположении моего лорда. Мне посвятили честь... Что? Я должен подавать напитки? Ничего себе задачка. Мне действительно не следует это все запороть. Так, целый день был в беготне, потому что прибыли лорды и леди. Так, мне нужно туда попасть, прежде чем я... впаду в немилость своего лорда. Мне нужно доложиться Белин. Белин. В комнате встреч, в приемной. Также я, возможно, захочу собрать свои вещи из моего сундука. Так, сторонние квесты. Так, можно записывать, читать собственные записки. Здесь. А по-русски можно писать? По-русски нельзя писать. Ну вот. Про лор можно читать в компендиуме. Информация о локациях, о существах, людях, событиях записывается там. Вот здесь как раз можно почитать о себе. Явно раньше релиза этого Таркова. Ну, кстати, да, наверное. Но преимущество Таркова, что там... довольно много нового добавляют. Большие у них амбиции. Боевка как в Балдуре, да, здесь. С тактической паузой. Итак. Не так уж много известно обо мне, действительно. Здесь собрано все то, что немного я сумел собрать. Прошлое. Я беспризорник. Моя мать умерла, когда я был маленьким ребенком, и мой отец... Его, и, в общем, личности вообще неизвестны. После кончины моей матери, лорд Эспен благодушно, в общем, принял меня как члена своего штата в Хинтерландс, каких-то землях, в общем, королевства. А еще за много-много лет до того, как я смог показать, что я вообще на что-то гожусь. Когда я достаточно подрос, меня послали
Нет, меня приставили. Видимо, снимать простыни с кровати, что ли? Чистить столы после приемов пищи и на другие простые задачи. Потом мне доверили более что-то ответственное. Присматривать там за потребностями наших гостей, доставлять послания и так далее. Хотя я и жаловался на подобные вещи, когда я был моложе. Теперь я вижу, что здесь у меня была легкая жизнь. Лорд Эспен всегда был ко мне добр и более щедр, чем ребенку следует ожидать вообще от этого мира в плане щедрости. Когда я показал кое-какие, не знаю, амбиции, можно сказать, он даже обеспечил кое-какое обучение для меня. Вообще очень нетипично это для слуги, такое обращение. Вообще от нас обычно требуется, чтобы мы просто работали и ничего больше. По крайней мере, до взрослости. Достойная работа для зимнего мага. Вообще! Я в шоке. Лорд Эспен. Мой лорд и гид через мои молодые годы. Лорд Эспен по-настоящему замечательная личность. Лорд Эспен был моим хозяином всю мою жизнь. Он очень уважаем и соседями, и его благородными пэрами. И важная фигура в королевском дворе при Висельбрайте. Висельбрайт — это королевство, да, у нас? Да. Или город, столица. Наверное, это столица так называется. Ладно, разберемся. Вот. И он туда регулярно приглашается представлять ухо Вильянрика какого-то. Штат Эспена — это... Ну, резиденция, да, точнее, Эспена — это счастливое место. И он сам по себе довольно прям, но честен. Он всегда щедр к слугам. Выслушивает их запросы и присмотрит, чтобы больные и покалеченные получали заботу. Никто никогда не голодает, и он никогда не использует хлыст, видимо, чтобы укрепить свои слова. Ну и, по крайней мере, это ему никогда не надо было, насколько я знаю. Но я часто чувствовал, что старикан... Я нравлюсь старикану немного больше, чем другие слуги. Я, в общем, всегда был в первых рядах. Если какие-то плюшечки назревали. Он даже подарил мне небольшой подарок на день рождения. Что никогда не было такой щедростью для других. Белин. Я знаю Белин всю мою жизнь. Но не знаю. И она так близка, видимо, к семье, насколько вообще это возможно. Так. Она тоже была только ребенком, когда прибыла сюда. Незадолго до того, как я прибыл. В общем, я всегда ее доставал, просил помогать со всякой ерундой. И... Что-то тут забавное. Погружал свое лицо в ее юбки, даже когда я был грустным и напуганным. Тут, наверное, все-таки больше в плане, что
как бы плечо, в которое можно выплакаться. Вот она, в общем, практически как мать для всяческих сирот, несмотря на ее размер. У нее довольно командующий, но не невежественный стиль, не знаю. Другие слуги порой ее называют маленькая графиня или герцогиня. Герцогиня, наверное. Так. Ну, когда не слышит, конечно же. Так, она что-то там все время присматривала за мной, но я в конце концов осознал. Ну, короче, я могу ее называть даже другом. Так, еще есть у нас инфа по жадности. Тут есть такая шкала жадности. Мировой, да? Вот это интересно. В общем, показывает прогресс проклятия жадности над Еренгалом, нашим миром. Ваши действия могут как ускорить, так и замедлить процесс. Но некоторые события изменят ее в любом случае. Вот, есть персональные качества. Либо жадный, либо щедрый. Ну, соответственно, в зависимости от деяний, этот ползунок будет сдвигаться в одну из сторон. А вот это что у нас? Шкала репутации отображает, как люди смотрят на тебя. Хорошие деяния сдвинут в сторону идеализации, но злые, соответственно, к злости сдвинут. Ну и шкала популярности. Ну, пока еще у нас в миру небольшой уровень жадности. Слегка пока воздействует на мир. Едва заметный. Но если прислушаться, то можно почувствовать его эффект. Окей. Вот, первая локация у нас довольно мала. Ничего особо тут. Есть стража, у которых... Ну, а, кстати, есть просто стража, есть королевская стража, смотри. Ну, с ними особо поболтать не о чем. Здорово, здорово. Смотри за собой. Благородная стража здесь. Здесь ходит множество котов. И расположено множество других стражников рандомных. Ну, в общем, мы у себя дома пока что. Здесь у нас сэр Гавалон и Нифра. И они говорят: «Ох, дражайшая Нифра, твои глаза как чистейшая вода, которая течет через этот фонтан. По-настоящему чистые и влажные. Твои сияющие локоны похожи на облака, сияющие в небесах над нами». «Спасибо, сэр Гавалон. Ваши комплименты согревают мое сердце, кажется». «О, Нифра! Не найдется никакой другой девушки на всем этом имении, чья красота сравнится с твоей? Или, может быть, даже в целой стране?» «Да, я вот имею в виду в целой стране». «Очень добрые слова, сэр Гавалон. В общем, ваша самоуверенность впечатляет. Слушай, моя дражайшая Нифра, когда я вернусь в великий город Изельбрайт, не составишь ли ты мне компанию?
Я клянусь обращаться с тобой как с леди, которой ты никогда не рождалась, чтобы быть. Каков будет твой ответ? Добрый сэр Гавалон, мое сердце страдает. В общем, мое сердце ранит давать тебе подобный ответ, но я пока еще не готова выйти замуж за кого бы то ни было. Пожалуйста, пойми. Я только... вышло, что там с моих повседневных дел на момент, чтобы отдышаться и посмотреть на фонтан. Теперь мне надо вернуться к работе. Чё там уже? А, это кто-то там колдует. Hello. Нифра. А, привет, говорит. У меня тут есть кое-какая проблемка. Как я из этого могу выбраться? Так. Тут можно сказать, что это твой шанс, чтобы выбраться отсюда. В великолепную столицу. Можно сказать, подожди немного, подумай над своими чувствами. И потом скажи все как есть. Bright Guard. Какая-то сияющая стража. Это, видимо, фракция. Сияющая стража. Это рыцари. Какой-то величайшей чести. Примет твое решение, кем бы оно ни было. У меня свои проблемы. Ну, Эвентарин, приветствую. Ну, я думаю, давайте так ответим, что... Подожди и прислушайся к своим чувствам. А, легко сказать. Он мил, хотя способ самовыражения его просто ужасен. Вздыхает. Ну, как бы то ни было, мне надо это обдумать. Спасибо, что выслушал. Сохранение уже... Доступно. Ты не видишь, что я занят? Тебе стоит подумать, прежде чем отрывать яркого, блин, сияющего стража от исполнения его долга. Да не говори. Трата времени. Еще множество котов. Валинар бы, наверное, на моем месте уже бы замочил этих бедных котов ради крох экспы. Так, а тут у нас что происходит? Леди и джентльмены, мне нужен волонтер. Я. Хорошо, сэр. Вы чувствуете немного усталым себя сегодня? Да, позвольте поднять вам настроение. И кастует священную помощь. Короче, придворный маг выпендривается. Hurry it up, please. А, ты не видишь, что я тут занята? У тебя работы нет, что ли? Короче, никто со мной особо разговаривать не хочет тут из придворных. Good day. Тебе разве не следует уже напитки подавать идти? What? О, невидимость. Посмотри на это шоу. Она просто еще разогревается, ну черт возьми. Жалко, что я сегодня на дежурстве. А парни внутри получат неплохое такое шоу. А что, собственно, она делает? А ты что, жил на дне колодца за последний месяц? Знаете, Сильбрайта пришла на конференцию с лордом Эспеном. А, так, блин. Я думал, ты мне ответишь, что она делает. Ладно, мне надо идти. Hello. Отойди, мне надо это видеть. Так, ну это все стража и... У нас тут еще есть какой-то шар, который открывает калейдоскоп сверкающих цветов и дымков, зачаровывая наблюдателя. Это непонятный шар, короче.
локализатор. Куда подключить инвентарь? Ну, спасибо. Мне так кажется, что я все ужасно долго перевожу. То есть... и не очень точно еще. В битве временные эффекты проходят по раундам. Один раунд берет... длится 5 секунд. На скорости по умолчанию. Ну, с русского на английский. Возможно, интересное предложение, Вантарин. Я, правда, опять же озадачен вопросом наличия времени свободного. Но это звучит как интересное дело, достойное, на которое это время можно тратить. Мне кажется, что тут жарко. Где слуги? Это уже, видимо, знать, да? Да, у всех уникальные имена. Лорд Эспен. Так, а где моя комната? Где там я должен забрать свои вещи? На карте, может, как-то отображается? А вот моя комната, библиотека. Мастерская. Кухня тут, видимо, кладовая. Можно наверх, да, еще уйти? Не, наверх меня не пустят. Так, еще раз. Это моя комната? Нет, это не моя комната. Простите. Ну, как бы можно, конечно, вот лазить и все воровать, но... я, пожалуй, не буду. Большего погружения ради. Ничего себе тут. Нож Моргенштерн, который я не могу использовать. Магический посох, вот. Палочка ученого. Вес 4, так, цена 110. Ну, кстати, мой посох — это самая дорогая вещь, которая тут есть. 22 монетки. Вот можно просто бить посохом. А, ну, собственно, да. Тут можно только им бить. Какого-то заклинания, похоже, на него не наложено. О, кстати, можно два варианта. Взять только необычное и взять все. Так, инвентарь, понятно. Что-то как-то не с первого раза мне получилось это сделать. Кстати, что-то тут, по-моему, не очень с описанием предметов, на которые я навожусь. Да, если они в самом верху, то их описание заезжает за границы экрана. Не очень. Можно сортировки разные использовать. Давай по ценности. Ну вот тут окно для варки всяких зелий и для засушивания ингредиентов. Медленная локализация не замедлит процесс. Но я думаю, можем обсудить инвентарин, да. Ну, в принципе, тут в моей комнате ничего особенно больше и нет. If I must. Блять, а куда далеко идти? Так, а, на всякий случай, действительно нельзя подняться на второй этаж?
Мария. Ты не видишь, что эта тряпка грязная? Я уже два раза ее мыла. Ну, тогда мой три раза. Hello. Ты это видишь? Во имя любви Алнариуса. Как порой трудно бывает выжать тряпку правильно. Ну, я надеюсь, что я правильно перевожу. Я просто не знаю, что делать с Бет. А кто я такая? Даже чтобы говорить об этом. А ты всегда был на хорошем счету в этом доме. Когда ты полагаешь... А когда ты уже начнешь это... напитки там подавать и так далее. Ну хотя нет, это что-то выпрямление... Рак? Выпрямление чего-то там. Ну ладно, неважно. Не сравнивай меня с ней, старая девчонка. Старая девчонка. Ладно, давай попробуем использовать убеждение. Не будь с ней так жестоко, Мария. Она уже выравнивала эту штуку до этого, и мне только что пришлось споткнуться об нее. Что-то там, короче, бредово это все звучит. Как храбр же ты, Каралдур. Мне жаль, но... пожалуй, ты прав. Я немного перегнула с ней палку. Я просто прошу обоих вас, выполняйте свою работу хорошо. Бет? Так. Про меня не заботься. Нет, не беспокойся. Короче, ладно, мне все намекают, что иди уже. Займись своими делами, я, пожалуй, так и сделаю. Не буду заставлять их ждать. А что, если поговорить сначала с кем-нибудь другим из лордов? На, давай сначала с Белиной. Наконец-то! Ты не особо-то торопился. Позаботься о напитках. Лорд Волкрофт и леди Лорентал предпочитают вино. Лорд Джоран предпочитает эль. Леди Верилин и лорд Эспен предпочитают мед. Так, значит, два вина для лорда Волкрофта и леди Лоренталь. Для Джорана эль, для Верилин и лорда Эспена мед. Окей. Так, всякие, говорит, подсказка есть. Богатство в нашем мире, да? Большинство можно найти в контейнерах. Можешь подсветить с помощью тапа. Это я знаю, это я уж понял. Так, тут у нас есть повар. Слышь, повар, а где тут это все у вас тут? Повар ничего не говорит. Ладно, сейчас буду искать везде. Ну, это я понял. Значит, так правой кнопкой можно, да, еще изучать. Окей. Ну да. Вот эта кнопка, чтобы только редкие вещи забрать какие-то. Ну тут вина у них никакого нет. Так, это что? О, зелье здоровья. Это я, пожалуй, возьму. Можно перекладывать, да? Очень похоже на последний подобный RPG на Unity. Я, знаешь, не особо следил за тем, какие там вообще RPG. На Unity какие? Не очень на Unity. Вообще, за какими-то малоизвестными тайтлами я действительно не так уж много слежу. Это, наверное, одна из исключений. То есть о чем там рассказывают в инфакте, про то я и в курсе на стоп-гейме. А так-то...
Ага, ну тут про разговор и взаимодействие с персонажами подсказка. Зелье расслабление. Ладно, давай возьмем его, если что, скажу, что я думал, что это вино. Какое-то колечко. Красный гриб. Грибочки. Так, 15% нужно умение варки и сушки. Я, наверное, ничего не смогу с этим пока сделать, но возьму. Посмотрим. Да, нужно какое-то снаряжение сначала приобрести. Сейчас я пока ничего не могу ни варить, ни сушить. Ну да, у меня нет девайсов. Давай, приятного, Даниэль. А, если ты эти измеешь? Ну я просто не в курсе был, на каких они движках. Теперь знаю. Very well. Так где винище? Где мне искать это что? Что ты же... А, наверное, там где-то оно и есть. А, да, чё я туплю? Вот же напитки стоят. А. Вот она, как кувшины. Итак, давай, погнали по порядку. Лорд Волкрофт. I was starting to wonder if you'd all fallen ill with the plague or something. А, наконец-то персонал. Я думал, вы все заболели какой-то чумой или что-то типа того. А, да, ваша винища, лорд Волкрофт. Так. Вот этому надо мед. Вот этой надо винища тоже. Да? Это моэль. А этой тогда тоже мед. Блин, как сложно, я забыл. Так-то, наверное, можно глянуть подсказку. Ну да. Так. Этим ребятам мед. Я все правильно запомнил. Да, в общем, устала в пути и... Чем бы промочить горло? Вот, пожалуйста, ваш мед, леди Верилин. То, что я и хотела. Отлично. Лорд Эспен. Наконец-то ты здесь. Пожалуйста, ваш мед, лорд Эспен. Хорошо, он говорит. Да, давай уже. Ваше вино, леди? I suppose you expect me to toss you a coin for doing your job. Кажется, ты ждешь, что я тебе дам монетку за твою работу. Да не нужна мне твоя монетка. Ваш эль, лорд Йорен. You know this is supposed to be served at room temperature. No. Ты же знаешь, что его надо подавать при при комнатной температуре. Нет, конечно же, ты не знаешь. Все равно все недовольны остались практически. Да, да, я тормоз. Давайте приступим к делу, джентльмены, джентльледи. Да, давайте. Нам нужно обсудить ситуацию с Дерон Гулдом. Ходят слухи и подозревается, что наконец-то свершилось. Совет знати с интересами шахтерства в городе декларировали их независимыми от короны и Сильмиральда. О! Мне не нравится этот грязный бизнес. Посылать список жалоб королю. Звучит как будто действия кучки
наглых крестьянских фермеров, чем знати. Есть несколько способов, чтобы все уладить. И еще есть способы, через которые королевства могут сокрушиться. Я понимаю ваши чувства по этому делу, леди Лоренталь, но Дерангульд наслаждается симпатиями более важных персон здесь, на севере. И я числю себя как одной среди них. Более того, были кое-какие трения, видимо, между знатью и Сильмиральда. Весьма недавно. Альднар, она говорит про твоего сына, Лорд Эсмин, который решил бросить его, ну, предать свой род, чтобы присоединиться к бунтовщикам. Вот так, вышел на кухню, старший Львен схватил наушники. Возвращение сказал, дядя хорошо говорит. Тетя хорошо поет, дядя хорошо говорит. Но я прям почувствовал себя на одном уровне с Алисой и с Аркенами. Спасибо за комплимент. Карл, привет. Панамка. Потерял, когда очередную дверь выбивал. О, Мус Хони Би, приветствую. Карта вызвала ностальгию первым Симсом внезапно. Ну, учитывая то, чем я тут занимаюсь, вполне себе даже закономерно. Напитки им подношу, понимаешь? Так, про сынишку сначала. А, да. Благодарю, леди Лоренталь, что напомнили мне. Я не следует благодарить и вас, леди Верелин. Не произносить его имя в этом доме. Не в моем присутствии. Когда-либо. А что, я... Какие бы ни были там преданности лорда, молодого лорда дома Эспен, южная знать имеет множество законных жалоб. Тяжелые, некоторые говорят, разрушительные налоги. Задержанные отправки из-за регулирования короной, всяких там проверок и пропускных пунктов. Настойчивость короля, что Дерангульд ну, в общем, король там старается нарастить присутствие военное в Дерангульде, построить даже какую-то башню или усилить просто городскую охрану, городскую стражу. А, стража должна тренироваться на севере. Это довольно-таки большой список. Внимание, реклама. Не можете открыть дверь или потеряли ключи? Кэп Прайс вам поможет, да. Yes, it's all very да, это все очень грустно. Я полагаю, что они ворочаются, не могут заснуть целую ночь на их кроватях и золотых слитках. Налоги, бюрократия, просто... факты, ну, я бы даже сказал, основы, чтобы сделать нацию процветающей и чтобы держать врагов подальше. Как долго их драгоценные шахты будут производить свою продукцию, да, без защиты короля. А знаете ли, я слышал, что это восстание это было вызвано частично. Что у них довольно сложный, кстати, язык.
В общем, частично восстание было вызвано подозрением, которое набирало круги в Дерангульде, что король его персоной проклят. О, какой просто нонсенс. Они, похоже, надышались испарений из их собственных шахт. Так, ну ладно, очень весело. Но, как и леди Варелин, я ничего не имею против наших южных друзей. Конечно же, некоторые правила и эдикты Сильбрайта можно сделать и поменьше, как бы приуменьшить. Особенно если это приведет к избежанию войны. Весьма намного более стоящее предложение, чем потерять приход от налогов. Нет, пожалуй, более здравое предложение, чем потерять чуть-чуть там дохода, которые представляют налоги. Мудрый совет, мой друг. Но я боюсь, что время компромиссов уже прошло. Послание с Дерангульда было явно провокативным, не оставляя для короля никаких других способов вести с ними переговоры, чтобы не потерять лицо. Время пришло, лорды и леди, чтобы собрать наши силы и сокрушить Дерангульд. Или соединиться с бунтовщиками. У них есть золото, у них есть хорошо обученная армия, и самое важное, они контролируют шахты. В любом конфликте, более-менее продолжительном, контроль за источником королевского металла означает, что они должны всего лишь пережить север. Ну, в общем, тут, я так полагаю, имеется в виду, что если у нас есть источник золота, то мы можем просто пересидеть наших врагов. Карл Рус, спасибо, что заглянул. Спокойной ночи. Ай, Карл Дура, что ты думаешь по поводу всех этих событий? О, моего мнения спросили. А ты спрашиваешь мальчика на побегушках, что? А, прошу прощения, не прерывайте меня, сидя за моим столом, леди Лоренталь. Карл Дур, говори. Так, можно за мирное решение. Здесь. Их надо сокрушить. Иначе повстанцы полезут с каждого угла. Для меня самый мудрый курс — это тишина, так как я не искушен в политике, можно ответить. Ну вот опять же, мне тут трудно сделать выбор, хочется что-нибудь мудрое сказать. Но тут как бы две точки зрения имеют право на жизнь. Типа за мирное решение, особенно когда только деньги являются предметом споров. Ну, либо же подавить восстание, чтобы всем дать пример. Но вообще, это гражданская война, по сути. Тоже ничего хорошего. Давай попробуем.
Надо договариваться как-то, ребят. Очень благородно с твоей стороны. Соглашусь, что ценность золота должно не быть превыше ценности хороших поступков. А теперь игра зависла. О нет! Она зависла и не отвисает. Камон! О, что за... Что это? Землетрясение здесь? Пусть Линда защитит нас. Мои леди, мои лорды, нас атакуют. Пожалуйста, найдите убежище сразу, как можно скорее. Возможно, подвал. Возможно, вы хотите вооружиться? Сколько времени у нас есть? Слишком мало, я боюсь. Их очень много. Мы были вынуждены отступить к главным воротам, и они уже... Они наверняка прислушиваются к здравому смыслу. Откуда бы они ни были. They won't kill us out of hand like so many soldiers. They wouldn't dare. Right? Они не убьют нас, пока нас окружают так много солдат. Они не осмелятся, так ведь? Calmly, my friends. Спокойно, друзья. Давайте пойдем и встретим их. Они не бандиты, в конце концов. Yes. Да, давайте. Благословляю говорить от моего имени. Если от этого будет толк. Что? Куда ты идешь? Каралдур, идем со мной. Торопись. Следуй за мной, сюда. Давай, пойдем. Вы двое, за мной. А, ну что это такое, мой лорд, этот звук? Главные ворота уже проломили. Дом Эспен вот-вот падет от руки агентов Дерангульда. Ну, не думай об этом, просто следуй за мной. И ты, подготовь любые заклинания, которые ты знаешь. Твои магические учения должны пригодиться хоть для чего-то. Боги знают им цену. Сюда! Экшон! Так, игра встала на паузу автоматом. Видимо, начался бой, да, combat started. И с кем бой у нас? Так, ну окей, в принципе, что я могу? Два заклинания. Ну, можно попробовать стену бахнуть. Я не знаю, насколько это будет целесообразно. Ну, давай попробуем бахнуть ее сюда. А враги с той стороны полезли. Ладно, отменить можно? Да, похоже, можно. Хотя нет, я все правильно делал. Блин, а сейчас я не могу уже ничего сделать. Стукай ее, стукай! По-моему, мы проигрываем. Всего на единичку ее поранил. Все. Сразу слился. О, тебе не хватает шляпы. О, Айронытис, сколько лет, сколько зим. Привет. Не хватает шляпы. Да, не хватает определенно.
Так, ну что-то не очень все как-то пошло. Блин. Сохранение это довольно давно было. Так. Ларенталь, Лорд Эспен, Верелин, Волкрофт. Кого там я еще не обслужил? Йорану. Well? Так, окей, ладно, давай проскипаем по-быстренькому. Ну, работал, путешествовал. Ну, хорошо, business, не то что я всю жизнь за компом как сидел, yes. так и сижу. Надо было хоть сохраниться. Yes. You know, I... Так, когда там мне дадут уже сказать мою реплику? Мирное решение. Закончить диалог. И опять сейчас все подвисло. А, не, не подвисло. Нормально. Девушка. Саммер Вилли, приветствую. You may wish to arm yourselves, my lords. Так. Кто там нас атакует? Они сражаются под баннерами Дирон-Гунда. Кого-нибудь еще видел? Кто их ведет? Ну, он был где-то далеко, позади. Все, что я смог рассмотреть, это... вьющиеся красные волосы, как пламя. Алднар. Сколько у нас времени? Это мы уже слышали. Слишком мало. You can't be serious. You and you lot with the main gate has already been. And you. Надо сохраниться прямо здесь где-нибудь. Oh, from Australia? Seriously? It's kind of far away from here. Блин, ей игру нельзя сохранить. Ужас, нельзя сохранить игру. А я неплохо, нормально. Живу пока, выживаю. Надо попробовать загородить этот проход. Опять игра поставилась на паузу. Так, загородил им проход. Надо эту... А, у нее сопротивление. Да ты какая, а? Черт. Я уже еле жив. Бежим! Беги! Нет! Отстань! Отстань! О! Супер, супер, супер! Мы выигрываем! Надо... Ух, ничего себе, всего с трупов можно пособирать. Магический посох. Я вот не понимаю. Иногда какие-то зачарованные камни встраиваются в посох. Их можно зачаровывать. Так, ну ладно, скажем, вот я взял посох. Я его хочу идентифицировать. О, кстати, хороший. Дает два слота заклинаний первого-второго уровня. И плюс два к фокусу. Но какой-то магической он не обладает, по-моему, атакой, да? Вообще, мне надо зелье выпить, наверное. Всем здоровье восстанавливает. Гульп? Подожди, дай я соберу тут.
О, слишком медленно бегаю теперь. Так. Ну да, я перегружен. Что тут самое тяжелое? Наверное, щиты повыбрасываю у них. А, как выкинуть-то? Ужас. Want to see different animals in Australia. It isn't like Diablo 2, it's like Baldur's Gate. We have snakes. Not good for your health. Koala. Koala sounds nice. Все равно слишком тяжело. Топор выкинуть. Короче, особо много не потаскаешь тут. Ну, вот это вот одинаковые, да, мечи? А, это двуручники, похоже. Да, клейморы. Надо их повыкидывать. Сразу легче станет. Так, ладно, простите. Заминочка с инвентарем вышла. Сюда, говорит. Так, надо изменить эту настройку, чтоб... Все равно врагов не видно, когда начинается битва. Они не пройдут. А, вон бегут. Так, это что у нас? Какие-то consumables. Шар концентрированной энергии природы. Можно направить его в цель. Нанести серьезный урон. Урон огнем и... Типа дробящий еще. Very well. Ну, в ближнем бою, конечно, я бестолковый довольно. Но... Я думаю, у нас тут есть шансы. Нет, чё меня-то сразу? Отстань! Я отвлеку их! Чёрт, здесь тупик! Ой-ой! А мы неплохо справляемся. Так, это я пока ничего не буду трогать. Охраняя эту дверь даже ценой своей жизни. Каралдур, пошли со мной. Main thing is to carry a bird. Bird. International в августе, он в октябре. А International это что? Well, right. Я не хочу умирать, я не хочу умирать. Слушай меня очень внимательно, это важно. Леди Эспен была любовью моей жизни. Моей единственной любовью. Еще так, короче, ладно.
кажется, бой приближается к нам. Так, и... You were never so lucky as to meet her yourself, but if you had, she... У тебя не выпало счастье встретить ее собственной персоной, но если бы была... Если бы выпала, она... Проклянут боги этих свиней с Дерангуем. Давай, пошли за мной в мою переодевательную. Переодевательную. Достань мой меч оттуда. Я готов. Драки. Доставай свой меч. Ну, блин. Странные тут реплики. Slippery man in robes. The graphical style may seem funny sometimes in this game. It's beta, I think. Надо до октября, бай. В смысле, ты уходишь до октября? You can't be serious. Так, где этот дрессинг-рум? Мы тут находимся? А, вон. Я полагаю. А, нифига. Обыщите все комнаты, никого не оставляйте в живых. Ну, вот, их слишком много. Они убивают женщин. Ну, короче, меня запер там. Наконец-то нашел тебя, папаша. Не думал, что ты попытаешься спрятаться от своей судьбы. Быть преданным своим собственным сыном. Кому пожелаешь такой ужасный конец? Зашел чисто на International, его перенесли. Понятно. Панзеркрафт, привет. Ну что значит? До октября, Айрон Итис. Я научился парочке вещей, как ты видишь. Вещей, которые твои священники и военные никогда бы не научили. Я получил новые перспективы, повидал правду этого мира. Значит, ты даже не платил? Kill me, if you wish. А тебе даже не заплатили за то, чтобы ты стал предателем твоего собственного дома. Убей меня, если так желаешь, но я обещаю, что... Я не принесу тебе, видимо, ничего хорошего. Каждый человек платит за свои грехи, сын мой. И... Цена за грех вроде этого, ну... Хватит этой болтовни, это злит меня. Но твое последнее решение, в конце концов, оно правильное. Не дергайся, папаша. И я такой сижу тут. Don't worry, my child. Your hardships are over for today. А твои несчастья на сегодня закончились. Что это было? Ай, Панцеркраб, спасибо взаимно. Actually, I have no idea what just happened. But we can see that my lord was killed by his own son.
А, вставай, лентяй. Пора идти в кровать. Что вообще происходит? Как это может быть? Говори за себя. Ты валяешься в мышиных какашках в хижине в лесе. Я ничего не понимаю. Я должен был спасти лорда Эспина. Была атака и... А, тихо, дитя. Для него ты сейчас уже ничего не сможешь сделать. Но хватит вопросов на сегодня. Вот кровать, и тебе нужно хорошенько поспать. Завтра будет очень-очень долгий день. Угу. Можно отправить персонажа отдыхать, нажав на кнопку отдыха. Ага. Отдых восполнит здоровье, восстановит навыки, заклинания. Но будьте осторожны. Спать в диких местностях значит навлечь опасность, привлечь зверей и всяких жестких лиц, обитающих в этой местности. Лучше, в общем, спать в тавернах. А что в журнале-то пишут? На нас напали, но кто? Нужно следовать за лордом и защищать ценой своей жизни. Не понимаю, как я здесь оказался, но эта старая леди выглядит довольно дружелюбной. Я очень устал. Может быть, мне действительно стоит поспать. Нельзя снять галочку с выполненных квестов. Ну-ка. Ничего больше тебе не скажу, Гарри. Жалко, что с котами нельзя говорить. У кота, кстати, даже есть имя. You can't be serious. Рецепт ягодного сока. Бабушка. That's right. The only one person who Putin afraid of is бабушка. Так, я вроде как могу это выучить теперь, да? Нет? Ну, я хоть налутать успел там некоторых вещей. Зелье вылечить все. Зелье лечения. Давай все возьмем. Она вроде бы не против. Оф-кейк какой-то. Какие-то ягодки, да? Да. Можно, кстати, воспользоваться рецептом, по идее. Только у меня ни черта нет порошок надоедливости. Вызывает чесотку у цели на 6 секунд. Это уменьшает фокус и точность. Давай, сейчас все пригодится мне, ни черта, потому что какие-то насекомые, их можно сушить. Давай сюда. О, Савенок, привет, сколько лет, сколько зим тоже.
If I must. Так, это что? Броня. Ну, броню я не буду брать, она тяжелая, и я ее использовать все равно не могу. Так, а где тут, говоришь, спать-то у тебя? Можно наружу выйти даже. Вылечить все. Ягодный сок. Infusion — это, наверное, что-то типа эссенция ягодного сока. Жалко, что нельзя по типу тут сортировать. Так, ну ладно, я, наверное, воспользуюсь ее советом и отосплюсь. Хотя, конечно, под такое мяуканье, черт возьми, как это вообще можно тут спать? А, так, растения и штуки какие-то неизвестного происхождения разбросаны по этому столу. What do you need, my child? Забавная озвучка. Короче, ладно, отдых. Wake up, lazy. А, просыпайся, лентяй. Постоянно этот спит. Возможно, тебя что-то там... Какие-то стражи снов схватили. А кто такие эти стражи снов? Ладно, интересно. А, лучше я не буду объяснять. Тебе лучше этого не знать. Ты сам это поймешь, если будешь делать, что нужно, как бы то ни было. А, собственно, если говорить об этом... Может быть, принесешь кое-какую пользу и подостаешь сорняки в саду? Ну, вообще, тут только одна фраза на самом деле соответствует происходящему. Вот остальные, как будто я уже смиряюсь с тем, что происходит. И окей, да, давай позанимаемся садоводством. Или дай мне еще поспать. Или я хочу задать несколько вопросов. Ну, да, давай ответим вот так вот. Ты что ли не видишь, что я в горе, в несчастье? Моего лорда убил его собственный сын, Альднар. Тебе надо, ну, отвлечься на что-нибудь, парнишка, чтобы горе ушло. А теперь я приготовлю рагу. И ты мне можешь помочь. Мне нужно, чтобы ты нашел кое-какие штучки для нас. Посмотри на этот лист. Да, прочтешь его, дай мне знать, пожалуйста. Так, квестовые предметы. Ага, лист ингредиентов. Так, собери следующие вещи. А, горсть какого-то бруизрута. Я бы это назвал рваный корень. А, один коричневый гриб, brown stem. И шмат лисьего мяса, нормально. И мы из этого будем делать рагу, да, похоже? Замечательно. А, хорошо, хорошо, ты умеешь читать. У меня есть кое-что, что тебе поможет все это собрать. Без особого вреда для себя. Вот, надень вот это. Так, тебе дали штуку с особыми атрибутами. Когда ее носишь, они модифицируют скиллы, там, атрибуты, или дают новые заклинания даже, или возможности порой. О, перчатки. Перчатки садовника. Угу. Магически дают бонус к варке и сушке. Магическая аура. Ну, похоже, они всегда пахнут грязью.
Кстати, а мантия моя что-то дает? О, кстати, да, робота у меня хорошая. Вот есть сопротивление к урону, физическому даже небольшое, к холоду и к жаре. Плюс один к интеллекту. А, она еще и дает вот этот атакующее заклинание даже. Классно. То есть у меня сейчас... Где вообще можно посмотреть сопротивление-то? Нигде, похоже. Кстати, мне не дали долечить один хп, черт возьми. О, туту его, привет. Это у нас, ну, собственно, ты можешь видеть из названия стрима. Свежевышедшая, она вчера вышла в общий доступ в Steam. CRPG в стиле Baldur's Gate. Ну, тут, конечно, свой мир у них, свой лор и все такое. Страдает, значит, мир от проклятия жадности, который наслали на них злые боги. Вот, я начал игру как простой служащий в поместье одного лорда, которого завалил собственный сын. Сын его возглавлял восстание в каком-то шахтерском городе, где добывают золото. Вот. Этот город восстал против королевской власти. И вот, разбираемся, в общем, что тут происходит. Похайпить на новинках, да! Но сегодня, я должен сказать, даже новые лица на стриме появляются. И в целом количество зрителей куда больше, чем обычно. Так что, видимо, я не зря хайплю. We even have some foreigners here today. I believe Somerville is still here. Так, окей. Good. You put your gloves on just like the rest of us. All fingers at the same time. Ты нацепил перчатки, как это и нужно делать. Все пальцы на местах. You weren't trying to put them on one finger at a time, were you? Не, она говорит, что сразу на все пальцы натянул перчатку. Ты не пытался надевать перчатки, ну, пальцы просовывать по одному? Хорошо, хорошо. Хорош. Когда все соберешь, возвращайся. И я сделаю это рагу. К тому же, будь осторожен относительно зверюшек в лесу. Они бывают кусачими. Возьми также еще посох. Он может пригодиться, если тебе нужно будет защищать себя. Так у меня уже есть посох. Этот-то хуже намного. Так, я бы, знаешь, его положил в контейнер пока что. Вот так вот. Спасибо, конечно. Так, а я могу поставить тут на быстрые слоты что-нибудь из зелий? Вот так, где у меня зелье лечения, вот, например. Вот, замечательно, вполне себе могу. Так. А, вылечить все, что это? 30% бонус к сопротивлению. Ага. Ну, я не знаю. Сопротивление ядам и кислоте. Наверное, не так уж часто будет попадаться у нас яд и кислота. Зелье расслабления. Позволяет пользователю сделать дополнительную попытку избежать любой... любого враждебного эффекта возбуждения или волнения, наверное, с 25% бонусом. Также она укрепляет зелье, ой, блин, тело пьющего, добавляя 10% точности. Если атака будет успешной. Короче, еще и, похоже, чуть-чуть вампиризма дает это зелье. Ну, можно его тоже на быстрый слот поставить. В принципе, ладно, поставлю все, потому что...
О, вот это вот классно звучит. Очень сладкий сок со освежающим послевкусием. Восстанавливает 10 хп за 5 ходов. Тоже неплохо. На слезелье у нас моментально лечит. То сок потихонечку, постепенно. Я, наверное, вместо вот этого лучше порошок поставлю. Так, а сюда что-то? А сюда черт знает. Может, метательное оружие нужно? Синк фокусу. Плюс 2 к фокусу. Так. С удовольствием посмотрю записи. Механики кубов. Статы пушки. О, Азмат, приветствую. Статы пушки. Вот у нас. Скажем, это дробящий урон от 2 до 7. Тут показывается у нас дистанция. Ну, я не знаю, какая тут механика кубов или нет. Возможно, это разрабы где-то объясняли, но я этот момент пропустил или упустил. Ну, а тут есть такие штуки, как промах, и у меня очень все плохо, как раз я обычно по врагам не попадаю. Вот, ну я маг, но я начинающий маг, и мне очень сложно. Так, ладно, еще раз, что мне надо принести? А, у меня же есть... Так, пригоршня какого-то корня, какой-то гриб, браунстерм, и кусок лисьего мяса, какой ужас. CRPG это, ну, в современном понимании... Вот такие вот игры с видом сверху, как правило, партийные, и в которых... Ну, как бы это объяснить? Развитие персонажа, оно основывается вот на таких характеристиках. То есть есть там характеристики, которые ты распределяешь в начале игры при создании персонажа. И потом... Примерно таким же макаром работают навыки, там, выбираешь класс. Ну, то есть, такие Baldur's Gate подобные. А, никаких 2D6. А, ну, да. Ну, Toxic Kazakh, что-то припоминаю. Вы, по-моему, даже с сэром Валенардом во что-то вместе играли, да? Где-то в какой-то игре. Паукан тут бродит. Ну, да, это значит... Нет, по-моему, это не классик RPG, а компьютер RPG. Типа, это игры... А, Тарков, окей. Припоминаю. Я вспомнил, как это можно объяснить. Это жанр RPG, когда в компьютерную игру переносится классическая настолка. То есть это... Купил у жирного, по-моему, 418 рублей. Там еще скидка 10% на релизе. Так, что тут у нас? Бабочка. Может вызвать слепоту. Ну, это, конечно, не то, что мне надо было, но я тоже соберу, почему бы нет. What a waste of time. Насколько? Ну, да, тут очень похоже все на Baldur's Gate. Такие же квадратные игровые зоны, так сказать. Капитализм против Катали. Да, автозамена. Иногда удивляет. Еще кого-то жука нашел. Так. О, лиса!
Так, портрет персонажа. Так. Чё, неужто надо лисичку убивать? Ах. А сколько у него хп? Нет, ладно, пусть смерть лисички будет быстрой и безболезненной. Бедняга, прости. Шкуру можно продать. Ну, у меня перегруз случился. Надо дубинку выкинуть, наверное. If I must. Ну да, тут, возможно, и не пахнет настольной RPG. Но она явно делалась под Baldur's Gate, которая как раз таки создана на основе настольной RPG. Поэтому тоже относится к жанру CRPG. Так, здесь я не пройду, да? Куда ты ушел за границу карты? Что за... Нифига себе прикол. Нормально. Вот это лайфхак. Ну окей, раз я сюда пришел, надо тут... Вообще надо сохраниться под каким-нибудь слотом уникальным. Так, у нас быстрые сохранения отображаются. Значит, нормально, да, через границу карту. О, тут три аж этих. А сколько, кстати, они стоят? Ну, мало. Если по стоимости, да, они все дешевые, эти ингредиенты. А вот эти ягодки довольно ценятся. О, нет. Вот лучше б я на лисичку все-таки. Так, нет, это я не буду, наверное. Там есть мост. По-любому. Ой, он быстро бегает. Мочи! О, я уклонился от его атаки. О, ну это можно назвать успехом даже. О, это что нужно? Белые гусеницы. Ой, нейтральные. Забавный гриб. Дерево гриб. Прям как в Моровинде почти. Так, паукан не трогает меня, я его тоже не буду трогать. Да, лисичек тут водится в достатке, я смотрю. Сколько я набрал уже этих бабочек? Да, тут есть мост. Да, тут есть мост. Но будем считать, что за границами карты есть еще один мост, через который мой персонаж перешел на этот берег в первый раз.
Здесь он так уже не может. Колония пауков. Мне, кстати, нравится вот это вот. То, что на карте отображаются точки интереса. В Baldur's Gate такого не было. Лист тут в достатке, я посмотрю. Я думаю, тут почаще надо будет отдыхать. О, вот и гриб. Это из него мы будем делать рагу, ничего себе. Можно почувствовать порой странное, давящее чувство грусти, если их есть. Наверное, можно из них делать порошочек депрессии и кидаться во врага. Да, пауканов тут. О, нифига, они не напали на меня. А какого черта? Так, хорошо, отступаем тогда. Беги! Черт возьми. Беги! Так. Это, кстати, может быть опасным. Давай попробуем по уму все сделать. Сюда? Нет, это не очень по-моему получается. Хотел сделать тут каменную стену, но... Ладно. Ладно, мочи. Да, озвучка забавная. О, нифига я крут. Дети уложены, пришла пора работы. О. Ну вот оно как. По ночам продуктивный режим у вас включается, Лантарин, да? Фиговый мобильный нет. Сочувствую. А, Лантарин, благодарю, что заглянули. До встречи. Да блин, а чё вы нападаете на меня все? Ну, видимо, желтые пауки они. Враждебные засранцы. О, еще один такой гриб. Да, да, да. Ну давай, подходи на. Down with you, down. Да, забавная озвучка. Ну так да, я крут. Я победил трех врагов. Тут вы его, ты не понимаешь. Так, это я возьму, спрячу в сундуке. Ты не понимаешь, это другое, тут у его. You can't be serious. Вот эти не нападают. Не напали. Блин, да куда ты бежишь-то? Черт! Проклятущие пауки, а?
Ready yourself for the next world. Ну да, они так-то вяленькие. Stop that. I'm frail. Черт, он меня отравил. А где смотреть этот негативный эффект? I'm not going to like this, am I? My skills are at your disposal. Ладно, выпью зельюшко. Это травы. Довольно много таких грибов. Как вообще другое тут вывел? Это другое, запятая, тут у его. Паук, иди отсюда. Черт, он опять напал. Don't you dare get blood on me. Забавная озвучка у персонажа вообще. Лесной паук. Вот эти лесные, кстати, вроде не нападают. Ну все вроде, больше нечего тут смотреть. Кстати, а этих бабочек можно сбивать, нет? Нет, вроде бы нельзя. По Divinity нет стрима, потому что вместо него стрим вот по вот этому вот. У меня все еще один стрим в неделю. По расписанию. А, герой вернулся. Со свежим урожаем. А, все здесь. Превосходно. Ну, когда я сделал все, что ты хотела, у меня есть парочка вопросов по поводу того, что тут вообще происходит. Нет, нет. Давай сначала поставим горшок на огонь, а потом... Что это? А, ты забыл сделать все эти травы съедобными, дитя? Давай, ты должен высушить их перед тем, как... Ну, чтобы достать из них весь аромат. Ты ведь наверняка готовил раньше. Социальный кризис. Ну, так, я скажу, отголоски оного. А, не удивлен, да, что лорд Эспен даже нанял учителей, чтобы... обучить тебя этому делу. Ну хорошо, возьми эту свечу и приступай к сушке. Хей, на сушке. Потом измельчи высушенные травы в порошок, чтобы нам было чем приправить рагу. Так, различные материалы, которые собираешь, могут послужить ингредиентами для крафтинга. Растения, грибы, фрукты, насекомые, их можно сварить в зелье или высушить и истолочь в порошки. А кроме свежих материалов, тебе нужны... тебе нужно снаряжение, чтобы... Инструменты, так сказать. Выполнить эти действия. Колдрон. Колдрон, что это у нас? Кальцинатор. Перегонный куб. И источник тепла, чтобы
высушить ингредиент такой, как свечи и лампа. Сначала нужно открыть инвентарь. Выбери сушку. Так, здесь ты можешь видеть ингредиенты и снаряжение для нагревания. Чтобы переключиться, нажимай сюда. Вот, окей. Можешь щелкнуть на эти предметы и передвинуть их в слоты. Можно сушить до 3 ингредиентов в одно и то же время. С помощью нагревательной штуки. Когда ты поставил нагревательный девайс и хотя бы один ингредиент на панель, можно приступить к сушке. Так. Вот это. И вот так вот. Кроме восполнения здоровья, заклинаний и обилок, отдых также позволит завершить все эти задачки по сушке и варке. Нажми на эту кнопку, чтобы начать, собственно, процесс. А, вот как тут. Это так работает? Я думал, просто можно подождать. Надо умножать на отдых, чтобы оно высушилось, да? Ну, хорошо. Можешь забрать эти штуки теперь. О. Ты можешь видеть, что твоя свеча истлела, и ингредиенты превратились в сушеные версии. Можешь нажать «Начать измельчение», чтобы измельчить, собственно. Давай. Что, тоже отдыхать надо? Нет, нормально. Вот порошочек получился. Порошок. Никто не возражает, чтобы его в них кидали. Залечивает раны, облегчает боль. Исцеляет цели в зоне на 10 хитпоинтов. У него горький вкус и напоминает о горьких событиях в твоей жизни. Да, эффекты депрессии можно наложить. Эффекты экзистенциального кризиса на врагов, короче. Окей. Хорошо, все высушил. Хорошо, измельчил. Дай мне только моменты. Вот. Оно на огне. Теперь у нас есть парочка драгоценных моментов, чтобы поговорить. Насчет поболтать. Поговорить насчет... Поговорить? Что ты имеешь в виду? Хватит с этими загадками уже. Вот можно воспользоваться навыком лора. Ну, короче, интеллектом воспользоваться. Я думаю, это и попробуем. Ты, похоже, пытаешься меня чему-то научить. Очень хорошо. Я думаю, что ты уже начинаешь врубаться. Если что, идея вот в чем. Надо не торопиться и поусердствовать, чтобы получить знания. Или даже научиться говорить. Это очень пригодится тебе в сложных временах, которые лежат впереди. Прояви внимание тому, что ты можешь открыть в диалогах.
через хитрость там или через шарм. Ну ладно, хорошо, это был ценный урок. Ну, я рада, что ты его находишь ценным. Теперь. Я уверен, у тебя есть больше вопросов. Возможно, я смогу дать тебе какую-то ценную информацию. Рагу уже готово, можно спросить. Да, типа, я не вообще пофиг на все остальное. Ладно, давай, вот самый информативный вопрос, мне кажется. Почему вообще ты меня держишь здесь и заставляешь делать все это? Ты не был готов к атаке Альднара на особняк его отца. И я не думаю, что ты готов к тому хаосу всего этого мира, в котором он пребывает, когда я тебя вытащила оттуда. Ты здесь, чтобы быть в безопасности. И чтобы подготовиться к следующей беде, которую ты обязательно найдешь. Ну почему ты спасла меня от нападения на особняк? Я присматривал за лордом Эспином. Он был силой баланса в Сильмиральде. Его смерть означает, что этот баланс разрушен. И получается, что... Ну и так получилось еще, что у меня слабость к одаренным молодым людям, в общем. Ты оказался в плохом месте в плохое время. И я увидела шанс помочь тебе. А кто ты вообще на самом деле такая? Боюсь, что на этот вопрос я не могу тебе ответить. Проще всего сказать, что я кто-то, кого ты не должен был встретить. Я здесь, чтобы направить тебя на твой путь. К тому, что ты должен свершить. А что я должен свершить? Прошу прощения, я оговорилась. Есть два вопроса, на которые у меня нет ответа. Ну ладно, рагу уже готово. А, да-да, почти готово, да. Теперь есть кое-что, что тебе нужно знать. Когда ты уйдешь, мир, который ты знал вчера, пропадет. Пропадет? Что ты имеешь в виду? Атака на поместье Эспин была только первой искоркой пожара, который все поглотит, я боюсь. Многое будет потеряно в бедствиях и войне. Есть вещи похуже, чем война, на самом деле. Кое-что ты должен понять, прежде чем ты уйдешь. Великое и ужасное проклятие было наслано на Сильмиральд, как и на весь прочий Ренгал. Оно сводит людей и женщин с ума. Людей и женщин. Какой ужас, что я несу. Мужчин и женщин. Оно заставляет голодать принцев и сводит жизни попрошаек к отчаянию. Что-то такое. Это эссенция авариса самого. Curse of greed spreads through the land. В общем, это самая суть, вот это вот проклятие, которое распространяется по этим зельям. Жадность, что ты имеешь в виду? Ужасное свойство, спрячущееся в сердцах смертных. Оно где-то за самыми-самыми темными помыслами.
Это не необыкновенная жадность. Нет, за ней стоит магия. Но и не заклятие какого-то простого подмастерья. Это очень опасно, ты должен это понять. А, рагу готово. Давай подождем, когда оно остынет. Так, давай-ка посмотрим на тебя. Ты, похоже, маг, не правда ли? Можно сказать, что нет, нифига, я ничего ни разу не маг. Или я великий маг, ты что, не видишь, что ли? Давай, будем откровенны. Я вообще, на самом деле, бестолковый довольно-таки на данный момент, поэтому... Ну, я знаю парочку заклинаний там. Да, весьма объективная оценка твоих способностей, да. Тебе еще многому предстоит научиться. Давай начнем. Вот, возьми это. Это свиток, содержащий заклинания, которое ты можешь выучить. Прочти его. Так, давай. Описание. Так, что это у нас? Ненатуральное заклинание какое-то. Болезнь. Насылает болезнь на цель. И у цели начинается жар, который несет слабость и какой-то же, ну, что-то там, ну, короче, болезнь. ОРВИ. Давай записать заклинание, чтобы его выучить. Если кнопка не активна, значит, либо ты знаешь это заклинание, или еще не способен его выучить. Очень хорошо. Я вижу... Ой, кошка у тебя в ловушку сейчас напустит, наступит. Я вижу какое-то понимание в твоих глазах. Теперь ты знаешь новое заклинание. И тебе стоит выучить так много, сколько ты только сможешь. Блин, на кошек-то не действуют ловушки, что ли? Я говорю это с аккуратностью. Магия сохранит тебе жизнь. Но... может также таить в себе непредвиденные опасности. Итак, в комнате есть ловушка, которая может напугать тебя хорошенько, если ты не будешь аккуратен. Пойдем посмотрим, сможешь ли ты ее разоружить. Не теряй времени. Так, обнаружил ловушку. Навык магический. Внимательности может быть использован магами, чтобы разоруживать такие ловушки магические, если ты используешь навык. Но это, кстати, хорошая механика. Тут, похоже, ловушки разделяются на магические и не магические. То есть если в той же Baldur's Gate Neverwinter разоружать любые ловушки могли только всякие там роги, воры, то здесь знания магов также могут пригодиться в этом деле, что логично. Магические ловушки. Так, открою, в общем, меню скиллов, и там будет... А ну да. В общем, найти ловушку намного легче, чем ее деактивировать. Если не получилось, помедитируйте и вернитесь позже. Очень хорошо. Замораживающее зачарование на люке было обычной помехой. Другие подобные ловушки могут быть уже посерьезней.
как маг, ты должен будешь натыкаться на много подобных вещей в твоих приключениях. Некоторые могут причинить тебе вред, но у тебя есть возможность заметить их вовремя. Но о чем это мы? А, да. Да. Мы сделали это. Рагу готово и остыло уже. Эй, мальчуган. Это тебя согреет после долгого-долгого дня. Я вижу взгляд снова. Больше никаких вопросов. На сегодня поешь рагу и отправляйся отдыхать. Рагу где? Слышь? А может мне еще одну свечу? Я бы сейчас поставил сушиться эти все штуки. Тут ничего у нас не это. Yes. Блин, рагу нельзя поесть в этой игре. Вот беда какая. Ну давай. Отдыхаем. Доброе утро. Я боюсь, что наше время подходит к концу. Да, спасибо тебе за твою помощь. Не стоит. Ничего особенного. Мне нужно было убедиться, что ты готов увидеть этот мир. Так что происходит в мире, к чему я должен быть готов? А, конфликт. Ожидается конфликт. Повсюду, куда ты пойдешь, великие вещи грядут. Больше я сказать не могу. А что означает, что я готов? А, то есть, значит, я готов. Да, да. Готовее быть не можешь. Это все? Да, в общем-то все. Все пришло в движение по всему Эрингалу, когда я достала тебя из дома твоего отца. Моего отца, да, лорд Эспен. Нет, я не буду объяснять тебе, как это произошло. Но это не может быть правдой. Я был всего лишь обычным слугой в его доме. Есть причина, по которой лорд Эспен уделял тебе так много внимания, несмотря на то, что ты был прислужником. Другие слуги не получили такого же образования и такого же хорошего отношения. Или... Ну и вообще никто в его доме, за исключением твоего сводного брата Альтнера. Альтнер. В общем, Альтнер — это тот, кто отнял у меня семью. Да, именно так он и сделал. И таков мир, в который я должна тебя отправить назад. Он был единственным наследником рода лорда Эспина. Хотя он и не знал о твоем существовании. Вот. Да, к чему, собственно, и подходим. Ну все, это уже чересчур. Я не имею представления, где я. Мой отец был лордом Эспином. И проклятие жадности, которое ты упомянула раньше,
Да, дитя. Но ты готов вступить в этот мир. У тебя все получится. Ну, или, возможно, ничего получится. Но я думаю, что... Ну, по крайней мере, зафейлишь ты все в самом лучшем виде. Да, да. Ну что ж, спасибо тебе за все эти советы. А теперь ты должен увидеть мир, Каралдур. Я была рада провести это время с тобой. А дорога открыта перед тобой. Будь осторожнее, дитя. Так, достаточно экспы, что привела. Птица, нажмите на портрет, ага. На иконку, да? Like this, так, листок персонажа. Так, тратить очки. На главные навыки. Навыки класса и навыки оружия. Да, и мне на самом деле надо тогда не на посохах, наверное. Ну хотя, блин, посохи дают хороший бонус. Ладно. Наверное, останусь с посохом пока. По крайней мере, пока. Так, 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 так. Можно добавлять или убирать. Ага, маги могут тратить на новые заклинания еще. А как получить заклинание? Разные тексты. Угу. Вот на самом деле... Не настолько важно в данный момент перекачивать этот навык. Возможно, стоит вбросить вот сюда. Да, наверное, лучше вот в крафт вброшу на очко навыка. Так, и здесь я хочу вбросить навык в Prodigy, наверное. Чтобы получить дополнительные варианты ответов. Здесь. Ладно, давай пока в посохе. Черт с ним. Персонаж способен учиться, запоминать и читать заклинания. Заклинания надо запомнить, прежде чем они будут кастованы. Ты можешь открыть книгу заклинаний. Так, давай. Да, это важно, обучиться этому всему. Так, все заклинания, которые ты знаешь, слева. Так, кто персонаж запомнил, справа. Ну, это как... Baldur's Gate и в Neverwinter, да, система, я так понимаю. Я хотя там редко играл за классы магические. Твоего персонажа есть несколько слотов заклинаний, чтобы их заполнить. В зависимости от их уровня. Можно освободить слоты. Ну, короче. Так, когда персонаж набирается опыта. Угу, более высокий уровень заклинаний. Угу, можно вот здесь пирать уровни, да? Я вот не очень понимаю, чем различаются базовая энергия, вот elevated, типа поднятая.
можно любимые назначить, но... Пусть, наверное, так будет. Подожди, я же все сделал. Вот. Well, all right. Так, наверное, надо еще раз отдохнуть, чтобы... Куда идти, кстати, не говорится. Мне не дают особо целей, что делать. И это интересно, потому что я, получается, ну... Very well. Да, отлично. 5 снежков у меня. Или 6 даже снежков. Вот, это интересно, потому что я как бы открыт миру теперь. Вот, карта мира. Вот, она похожа на Baldur's Gate, прям очень-очень. Северное королевство. Это, по идее, то, откуда я пришел, то есть. Как северный эльф. Вот такое, получается, вытянутое с запада на восток. Здесь у нас земли Зида-Суда какие-то, пустынные. Далеко на севере королевство Йотнара. Ну, а это королевство Исильмираль, собственно, где происходит действие, да, основное. Так, и куда можно отправиться? Куда бы я хотел, на самом деле, отправиться? Я бы хотел вернуться в поместье, на самом деле. Оно похоже, судя по тому, что я вижу, на поместье больше похоже вот этого. То есть на юго-востоке, да? Я хочу попробовать двинуться сначала, скажем, на юг. You can't be serious. Потому что, мне кажется, большинство других игроков могли пойти просто к ближайшим направлениям, то есть на север и на восток. Я, может быть, соригинальничаю чуть-чуть. Так. Красиво, кстати, ночью выглядит это дерево-гриб. Так, я пришел на север, здесь я вижу дорогу торговцев. Ага, ну это получается, видимо, как в Baldur's Gate можно подойти к любому краю и посмотреть, какая локация у нас находится за ним. Ну, отсюда, тем не менее, я никуда не могу перейти. Ладно. Теперь мне стало интересно посмотреть все-таки в другие стороны еще. Возможно, если я отсюда попробую. Тут ночь очень темная, должен сказать. Так, на север. Тоже ничего не отображается нового. Единственное, куда я могу пойти, похоже, это дорога торговцев. Все-таки вариативности нет, да? Ну, ладно. Для галочки я еще посмотрю на восток.
ничего. Ну окей, пошли на дорогу торговцев смотреть, что тут у нас. Так, пока ты отдыхаешь в дикой местности. Ну, это не сравнится со сном в комнате королевских размеров. В общем, лучше, говорит, снимать комнаты в тавернах, чтобы восстановить большее количество здоровья. Так, ну, я полагаю, на этом можно закруглиться на сегодня. Стрим уже достаточно долго. И как раз-таки это хорошая такая логическая точка для завершения. Вот, да, к тому же зрителей поуменьшилось, сейчас онлайн спал. Никого, я думаю, особо не расстрою тем, что стрим кончится. Вот, тем, кто смотрит в записи, если кто-то сейчас есть, вам всем спасибо за просмотр и за внимание. С вами был Сэр Холмс. Ну, что можно сказать про игру? В общем-то, звезд с неба, пожалуй, не хватает. Не сказать, что я прям в каком-то восторге прямо. Но, с другой стороны, я не особо впечатлительный человек. Меня до такого состояния щенячьего визга довести трудно. Но умом своим могу я оценить игру как достойную. Ну, мне, по крайней мере, нравится в ней находиться, это все изучать. Продвигаться по сюжету и так далее. Графическое оформление действительно приятное. Игра к себе располагает. Вот. На этом все на сегодня. Еще раз вам всем спасибо и пока-пока. Да, если вы до этого момента досмотрели, буду рад узнать также и ваше мнение, что думаете по поводу игрушки. Или, по крайней мере, понравилось, не понравилось. Ну, пока-пока, в общем.